Mr. Habonen. I know this guy for about 15 years. Habonen? Habonen? Человечище. Пытаюсь вспомнить, какая следующая песня, какая там гармония. Принесите обед нашему аккордеону. Комьюнити, извиняюсь. Если что, вы ничего не слышите. Никому. Меня зовут Андрей Хабанин. Как говорит мой любимый исполнитель Том Петти, я музыкант за неимением лучшего слова. Я помню, что, будучи еще школьником, в последних классах средней школы я закончил, получается, в 91-м году. На уроках финского языка у нас было так называемое домашнее чтение, где мы разбирали тексты не из учебников, а из художественной литературы, из журналов. И я помню, что сдавал текст, рецензию на первый сингл «Санту Карху» в каком-то финском журнале. Я думал, боже мой, как круто! Наши петрозаводские люди, как бы, ну, члены группы, ученики нашей школы бывшие, нашего университета, выпускают целую пластинку в Финляндии. Вот это да. Ну, оказалось, что там через несколько лет я с ними близко познакомился, подружился, надеюсь. И мы остаемся друзьями. И поиграл с ними очень, очень интересную, уникальную музыку Саши Медведева «Санту Карху». Ну, начинал я, как, наверное, подавляющее большинство моих коллег, со школьного ансамбля. Нам казалось, что мы играли рокобилли, хотя это было далеко не рокобилли. Я все мечтаю послушать, у меня где-то есть записи на катушечном магнитофоне примерно 1900, по моим подсчетам, 89-го года. Но сейчас мне трудно найти магнитофон. Если у кого-то есть, дайте знать. Школьный ансамбль толком ни во что не выделился. Единственный концерт, который у нас должен был быть, как сейчас помню, в актовом зале медицинского тогда училища, ныне колледжа, его отменили прямо в день концерта, слава богу. И поэтому мы на какое-то время угомонились, а потом я попал в ансамбль народной музыки университета, где со временем стал играть на мандолине народную музыку. Ну и дома продолжая также там терзать гитару. И только уже в студенческие годы мы снова собрались там немножко в другом составе и решили, ну нельзя сказать, по-серьезному взяться, ну попробовать что-то все-таки. Вы уже знаете, что сегодня мы слушали фольклор, теперь будем слушать рок-н-ролл. Итак, встречайте, песен «Мегатон». Кстати, можно танцевать. Мне кажется, что 15 Мегатонс, вот рокобили наш состав, мы были, по-моему, первыми людьми, которые сыграли вживую в дискосаде. Потому что Дэн Гусев звонил мне на домашний телефон еще и говорил: «Андрей, вы там же играете? Вы вас видели в Ковчеге?» «Играем. У нас вот тут новое место на Лыжной. Не хотите сыграть?» «Хотим, конечно!» «Ну, давайте, такого-то числа там». В ансамбле народной музыки ныне Тойва я познакомился и с Арто Ринне, и с Александром Бакадоровым, когда у них возникла вакансия контрабасиста в Мюллерит. Они почему-то вспомнили про меня, хотя я был мандолинистом, но постоянно, так как я любил рокобилли, на перерывах в репетициях хватал контрабас и пытался изображать на нем слэп. И они сказали: «Андрей, а ты не хочешь поиграть на контрабасе? Только не рокобилли, а вот музыку Мюллерит». Я сказал: «Конечно». И вот тут все завертелось немножко в другую сторону, но тем не менее. Немногие знают, но несколько месяцев я был еще и басистом параллельно в «Санту Карху» и «Талвисоват». И мы очень интенсивно репетировали, готовились к каким-то там очередным бешеным гастролям. Но сейчас уже не вспомню, почему они не состоялись. Карху взял перерыв.
И в следующем же, в следующей инкарнации уже был другой басист, но у меня в резюме написано официально, что я был и басистом Санту Карху. О чем ни минуты не жалею. Карху, конечно, человечище. Отдельный разговор. Ну, получилось так, что с Карху нам не удалось погастролировать. Мы выступили, по-моему, более-менее нормальный был один концерт какой-то в рамках Дня города Петрозаводска и в Афинском театре. Вот у меня есть такие блеклые фотографии, где я молодой на сцене. Пытаюсь вспомнить, какая следующая песня, какая там гармония, в полном ужасе. Ну, а Смиллерит, я бы не сказал, что это жизнь рок-звезды такая. Жизнь рок-звезды для бедных, но веселая. Не скучали ни минуты, я бы так сказал. Да, немногие знают, что ансамбль Саттума... многие знают, что ансамбль Саттума был изначально семейным квартетом, где играли два папы, бывшие на тот момент участники Мюллерит, Артерин и Дмитрий Демин, и их дети, Эйла и Владик. И в какой-то момент они решили добавить контрабас туда, бас-гитару точнее, еще до барабанов. И я был первым басистом тоже Саттумы какое-то время. И мы как-то летели... Новосибирская государственная филармония, да, заказала Саттуму, потому как там бюджет был не то, что неограниченный, но не такой скудный, как обычно. Нарта сказал, что у меня есть мой аккордеон итальянский, очень дорогой. Я не могу его сдать в багаж. Мне понадобится отдельное место в самолете. И государственная филармония сказала «да». И аккордеон летел в отдельном месте. И когда мы летели туда, я как-то не сообразил, а когда летели обратно уже в Москву, я сказал: «Арта, так подожди, у аккордеона есть билет». «Есть». «Ему положен обед?» «Положен». «Девушка, скажите, а если есть билет, положен обед?» Девушка сказала: «Положен. Принесите обед нашему аккордеону». И нам завернули в контейнеры, мы убрали куда-то там в сумочки, сказали спасибо, мы съедим в поезде до Петрозаводска. Мой дух застыл в немой беседе, блаженство, нега и уют. Вокруг лежат его коллеги, безмолвный разговор ведут. Очень тепло отношусь к группе «Кутерьма», в которой я тоже был первым басистом. В свое время Дима Романенко, он к тому же играл в свое время на баяне, не на аккордеоне, на баяне в группе «Дезертир Дубов», где я сейчас текущий басист, нынешний. Он ушел из Дубова и решил заняться своим творчеством, своими песнями. Но он сочинял просто под гитару дома. И как-то мы в компании, он сказал: «Андрей, так надо же сделать группу». Я сказал: «Я очень люблю играть на бас-гитаре. Не знаю, насколько сильно умею, но люблю. Я готов быть басистом». Подтянулись ребята из уже Аскетикс, бывшие ватаговцы. Леша и Аркаша. Духовая секция. Я удивляюсь до сих пор, как мы играли «Кутерьмой» полным составом. Получается, с клавишами, духовой секцией, барабанами, гитарой, басом, Димой. Там 7 человек, что ли. Как мы играли концерты, например, в баре «Серая лошадь». То есть, где получалось, что на сцене музыкантов почти столько же, сколько зрителей в зале. Ну, как-то удавалось. Вот, кстати, «Серой лошади», как концертной площадки, очень не хватает, потому что всегда концерты были такие, не то что там сотни зрителей, но зато все свои, родные лица, и атмосфера, конечно, совершенно особая.
жалко, что теперь там другое заведение. Площадок, я скучаю, конечно, жаль, что нет сейчас такого места, как был Ковчег, он же Баржа, там, где сейчас клуб «Полярный Одиссей». То есть реально плавучий концертный зал, где вот мы впервые вышли на сцену с электрогитарами именно, там не с народной музыкой в ансамбле университета, а с дрожащими поджилками и какими-то непонятными инструментами, тоже ничего не соображая, никак должно все это звучать, что такое там мониторы какие-то, ну то есть вообще в омут с головой. Вот там атмосфера была тоже, которая сейчас я не вижу на площадках, где сейчас исполняется живая музыка в Петрозаводске. Невозможно представить, что вот где-то такая как бы не совсем благоустроенная, с каким-то непонятным баром, минимум удобств, но как бы людей прет, и люди получают удовольствие просто от общения друг с другом, не думая, сколько стоит там входной билет, которые были там символические всегда, сколько стоит там бокал пива в баре. Вот такого демократического места сейчас, мне кажется, не осталось ни одного. Есть как бы хорошие места, но того настроения, того ощущения сейчас не встретишь. Дискосад в первую очередь был именно такой площадкой, особенно мне близкой и по духу, и по географии, потому что я жил на Куковке тогда, то есть можно было пешком дойти, и ночью все равно, во сколько мы расходились, там, в час ночи или в 4 утра, попасть домой пешком, то есть все это было как такое ощущение, что одна большая деревня, грубо говоря. Деятели обустроили помещение, вычленив 3 зала, где можно плясать, слушать, курить и многое другое. Теперь здесь можно проводить тематические вечера, например, задуман джазовый четверг, а также выставки, фото и другие. Получены разного рода лицензии и разрешения, которые понравятся многим любителям некоммерческой музыки. Всем известно, что Апину с Булановой здесь не крутят. По-прежнему в фаворе останутся электронные и тяжелые направления. Но не исключены барды и фолк. А сегодня дискосад угощает гостей живым звуком групп «Посторонним В», «Inside Out», «Тапир» и «Гвоздодер». Только какие-то воспоминания абсолютного счастья и ненавижу слово «позитива», но вот именно, как вот я видел, Ганс рассказывал, что реально такое ощущение, что постоянно что-то переделывают, что-то тут закрыто, там у нас ремонт, тут что-то, ничего не понятно. Народ ходит с этажа на этаж, из зала в зал, в гримерку из гримерки. Но по сравнению там, с нынешними площадками, где там все профессионально, столики, какой-то куцый танцпол и серьезная публика, мне кажется, что тогда больше было ощущение такого именно вот движения, жизни, воздуха. Или просто мы были моложе. Ну, из всех как бы музыкальных проектов, как сейчас принято говорить, Dobson Brothers — это такой, можно сказать, что мой личный и самый любимый, в котором мы играем музыку, которая нравится лично мне. Мы играем в основном кавера, в подавляющем кавер-версии. Но мне кажется, тут большая разница в том, что мы не играем кавер-версии, которые знают все. Мы не играем
серьезными лицами Come Together, Beatles. Мы играем песни, которые... Мне обидно, что меня очень они цепляют эмоционально и трогают, и двигают, но о них не знают люди. И мне хочется таким образом поделиться с теми людьми, которые мне не безразличны, той музыкой, которую я люблю еще в период 15 Megatons тоже. И у нас была примерно такая же политика. Я помню, что мы приехали, я тогда жил не в Петрозаводске, мы приехали в Петрозаводск, получается, уже с гастролями на родину, и играли в Че Геваре, тоже на Куковке. Тоже хорошее место было, кстати, о местах. И мы отыграли концерт, и такой время от времени всплывает такой вопрос: парни, очень круто, но когда вы споете свои песни? И я людям говорил: так, во-первых, сегодня мы спели там 4 из 15, это были наши. Вы почувствовали, где наши, а где не наши? Да, да вы что? Я говорю: ну, не переживайте об этом так сильно. Вот мы примерно такой идеологии и придерживаемся. Хотя сейчас, конечно, в очередной раз попытаемся записать собственную программу, наконец, накопившиеся песни некоторые с начала 2000-х, с которым там лет 15, некоторые чуть помладше, и посмотреть, что из этого всего выйдет. Ну, посмотрим. Я теперь уже стараюсь, не, чтобы не сглазить, ничего не обещать. Если что, вы ничего не слышали. Никому. Группа называется The Dobson Brothers. Играют, если вот мы пойдем справа для зрителя, слева для нас, Рома Яршихин, бас-гитара, наш бессменный басист. Не менее бессменный барабанщик Степан Бородулин. Меня зовут Андрей Хабанин. Сегодня с нами играл Рома Аверин, который известен по не одному коллективу в Петрозаводске блюзово-рок-н-ролльного направления. Когда я вернулся в Петрозаводск, и мы начали собираться уже не как рокобили трио, а я подумал, что нужно хотя бы там вторую гитару, там появилась где-то мандолина изначально. И Степа сразу сел за барабаны, вот и до конца. То есть мы со Степой поиграли и в Кутерьме, и в, ну, и в Добсонах, соответственно. И где-то еще такое ощущение, что мы со Степой постоянно играли. Это был один такой из ударов неожиданных. Хоть мы все знали там его здоровье не очень, не самым крепком, но как-то совершенно неожиданно из-за угла пыльным мешком, как говорится. Не хватает. Любим, помним. Скучаем. Ну, если, я думаю, что если исключить как бы национальную географическую составляющую, что там, понятно, даже в Коми Республике немножко другие музыкальные традиции. Ну, я не думаю, что так навскидку, если поставить человеку, никогда не слышавшему музыку подряд, там, петрозаводских музыкантов, петербургских, московских, что сразу можно сказать: это да, это наше. Мне кажется, тут больше... Мне очень нравится Петрозаводск, что он не огромный мегаполис, но и не совсем вот провинциальный какой-то небольшой городок, где вот прямо все друг друга знают. Все-таки я до сих пор не знаю всех петрозаводских музыкантов, с удовольствием знакомлюсь, как бы постоянно, каждый год. Так что я вот навскидку вспомню, когда последний раз я пришел на концерт, и улыбался от начала до конца, искренне. Это были ребята под названием King Hills. Жестяные холмы, это имеется в виду холмы на стиральной доске, которая у них присутствует в
так сказать, в списке их инструментов. Акустический состав. Они на очень хорошем английском играют, с одной стороны, многие до боли знакомые с детства песни, но совершенно в своем звуке и в аранжировках, и в подаче, и... Ну вот, очень хорошо у них получается. Всем горячо рекомендую. Есть какие-то новые люди, молодежь подрастает. Ну, а с другой стороны, как бы вот это сообщество, комьюнити, извиняюсь, оно все-таки достаточно такое сплоченное, все-таки немножко ограниченное. Но вот мне кажется, тут как раз в Петрозаводске такой баланс идеальный. Что-то не город-миллионник и не райцентр, условно. Вот мне очень нравится Петрозаводск этим, но и не только. They blew up the chicken man in Philly last night. They blew up his house too.